Ни одного разрешительного документа на размещение точки общепита на перекрестке улиц Курортной и Батарейной у собственника нет. Сотрудниками управления муниципального контроля в ходе мониторинга был выявлен захват муниципальной территории, на которой несанкционированно была установлена столовая. На основании решения межведомственной комиссии демонтируется столовая, после чего будут демонтированы ролеты. Под сносу идут и 4 некапитальных объекта, которые также размещены нелегально. Более того, их собственники заплатят штрафы.